Привет, Ира. Привет. Ты занимаешься в глубоких корнях? Да, я занимаюсь в глубоких корнях. Расскажи, пожалуйста, о корнях, свои впечатления. И почему ты занимаешься именно в глубоких корнях? Потому что так подсказывает вот тут вот. Вот тут подсказывает. И поэтому вот оно мне говорит, я его слушаю, и я прихожу сюда. Как-то так. Круто. Ну расскажи поподробнее о занятиях, чем ты занимаешься, кто твои педагоги? Я занимаюсь Лизой Некрасовой Ванька. И очень бы хотела регулярно заниматься хаосом. Очень бы хотела. Потому что хаос, да, это хаос. Мне он нравится. Но разные обстоятельства препятствуют почему-то этому. Я не знаю, что еще сказать. Спасибо, Ирусь.